и разрываемся творческими отношениями. У телеведущей Ангелины Вовк появился ухажер, который моложе ее на 27 лет. Кто он, избранник заслуженной артистки? Собирается ли пара узаконить свои отношения? Неужели звезда готова завести детей с новым возлюбленным? И как Вовк поддерживает себя в форме ради нового мужчины? Это не просто коллега, да. Я думаю, что мы скоро с Ангелиной порадуем всех очень интересной информацией. Еще полгода назад в одном из интервью Вовк признавалась: она одинока и не ищет себе спутника жизни. Более того, телезвезда откровенно говорила о том, что последние 15 лет у нее нет никакой интимной жизни. Но, кажется, у Ангелины Михайловны произошли серьезные изменения. На премии журнала «Кинорепортер» она пришла в компании спутника. Я предложение уже сделал. Предложение и свидетелями ну, как? Исключительно руки и сердце. Целует 77-летнюю ведущую журналист Михаил Куницын, которому 50. Долгое время их считали просто друзьями. Коллеги вместе организовывают мероприятия, освещают театральные и музыкальные события у себя в аккаунтах. Музыкальная гостиная Ангелины Вовк. И Михаил Куницын сегодня находится в Государственной консерватории России. Отдыхать Михаил и Ангелина тоже предпочитают вместе. Ушел навек, так зачем же снова сняться белый снег, черный подковы. Год назад телеведущая и журналист давали намек своим подписчикам на то, что между ними пробежала искра. Мишель, сколько у нас впереди необыкновенных событий. Я уверен в этом, Ангелина. Тогда мало кто мог подумать, что у людей с такой разницей в возрасте может быть любовный роман. А пара тем временем уже определяется с датой свадьбы. А свадьбу, как и положено, мы устроим через год. Неужели пару действительно связывают романтические чувства? Возможно ли, что это союз по расчету, а не по любви? Есть определенный психотип мужчин, которым совершенно не нужна сверстница. И в 50 лет он правда может не хотеть молодую. У нее наверняка невостребованной сексуальности и нежности огромное количество. Она долго была одна. Жених и невеста еще не определились, где проведут свой медовый месяц. Зато рассказали о своем предсвадебном путешествии. Мы поедем сейчас с ним на горный курорт, да. В Зефельд, в Австрию, потому что он великолепно катается на лыжах. Я тоже не отстаю от него. И я думаю, что это будет предсвадебное путешествие. Есть у пары еще одно любимое зимнее занятие. Ангелина меня приобщила к проруби, потому что я, честно говоря, прорубь боялся, но с ней мне ничего не страшно. Он даже в прорубь за мной прыгнул однажды. Ангелина Михайловна, в свою очередь, ради избранника тоже готова на подвиги. Звезда стала посещать спортзал. Чтобы всегда оставаться молодой и привлекательной, ведущая пользуется услугами косметолога. Все подтянулось. Даже здесь подтянулось. Меня это очень волновало зона. Ангелина Вовк была дважды замужем. Звезда мечтала иметь детей от своих супругов, но не сложилось. Я не сдаюсь, не поддаюсь ударам судьбы. Я верю в своего ангела-хранителя, как и все женщины. Во всяком случае, все нормальные женщины не могут не любить детей. Ну, а мне как бы по жизни так выпало. Впрочем, телеведущая не теряет надежды. Вовк говорит, им с Михаилом есть на кого равняться. А у Бориса с Галкиным, под своим примером, они уже показали, что надо. Да, что мы равняемся на эту прекрасную пару. Врачи отмечают, в 77 лет Ангелина Вовк точно не сможет стать биологической матерью ребенка. Вынашивание беременности уже возможно только с помощью суррогатной матери. При этом для оплодотворения может быть использован только генетический материал отца, потому что получить и использовать яйцеклетку 70-летней женщины уже невозможно. Если у Вовк появится ребенок, то она обгонит саму Пугачеву. Ведь Алла Борисовна решилась завести детей с молодым мужем, когда ей было 64 года.